вот сейчас специальное предложение только сегодняшнего дня. Легендарная тележка со стульчиком от бренда Домити, что говорит нам о высоком качестве. Как вы ходите за продуктами? Как тяжело носить кипу вещей с рынка? Как трудно плечам? Это как трудно нашим локоткам? Как мы идем и боимся поскользнуться еще и на скользкой дороге? А как трудно это делать пожилому человеку? Как вы живете? Это же ведь, посмотрите, какая большая нагрузка на спину. Сумки могут порваться. Какая большая нагрузка на колени. Вы идете еле-еле. А и не все купили, что нужно, потому что тяжело донести. Понимаете? А хочется жить нормально, самим ходить в магазин, а не просить близких. Вот моя бабушка, например, именно так и делает. Поэтому я предлагаю вам сегодня тележку со стульчиком с уникальными колесами. Главным достоинством являются вот такие шаговые колеса. Они, посмотрите, съемные и литые, не ломаются, крепкие, прочные. 6 колес, которые позволят вам легко преодолевать любые препятствия. Это бездорожье, это разные бордюры, лестницы, какие-то высокие порожки. То есть вам теперь будет легко, даже если сумка перегружена. Кстати, перегрузить вы ее можете с легкостью. 30 килограммов вмещает вот этот объемный большой мешок-рюкзак. 34 литра его объем. Посмотрите, кроме того, сейчас все-таки уже и дожди, и снег, и продукты, и вещи хочется сохранить. Поэтому Домити делает нам с вами Оксфорд. Уникальную ткань, которая не промокает, которая спасет ваши вещи, которые вы перевозите от дождя и снега. Вот так закрываем на кулисочку, все стягиваем. И 34 литра можем свободно перевозить. Конечно, всегда стиль и комфорт в деталях, поэтому есть удобные съемные липучки, то есть вы можете этот мешок снять, превратить в рабочую такую строительную тележку. Пожалуйста, прекрасно, что есть кармашек, в который вы можете убрать все любые необходимые вам мелочи. И, естественно, самое главное, что любят все, это встроенный стульчик, на котором вы можете отдохнуть, когда идете от магазина домой, с рынка тяжело, а вы в дороге присели и отдохнули. 100 килограмм выдерживает устойчивая, надежная, крепкая, профилированная труба. Что мы с вами сегодня забираем из эфира? Домити сделал нам эксклюзивную линию цветов. Вы забираете тележку с разложенным сиденьем вот в таких дизайнерских оттенках. Вы знаете, я хочу сказать, что мне нравится. Как обычно воспринимают это, как вот для бабушек, для дедушек, как возрастная история. Вовсе нет. В нашем случае дизайнерские цвета можно и в путешествии взять. И молодое поколение будет обязательно пользоваться. Синий цвет, прекрасный, сочный, красный, очень активный. Видно вас на дороге, когда вы едете. Это очень важно, потому что не попадете под машину. Вот такой красивый цвет, морская волна. Прекраснейший базовый оттенок коричневый, универсальный для мужчин и для женщин. И серый цвет, любимчик, и тоже цвет универсальным считается. Обожаю нашу тележку со стульчиком. Предложила ее своей бабушке. Она была так довольна. Теперь она говорит: мне так было трудно ходить за продуктами, а теперь я хожу и могу в дороге даже отдохнуть и спокойненько делаю это сама и никого не напрягаю. И сегодня цена действует вот только в рамках этого дня. 1999 рублей всего. Представьте, какая-то прекрасная скидка на Домити, на легендарный качественный бренд. 42% сразу. Давайте мы посмотрим, зайдем, а какие нам тележки предлагают, например, на маркетплейсах. Смотрите, какая стоимость. 3182, 7469, и там будет, не будет никакого стульчика, и будут другие колеса, и дизайны будут не особенно-то нам, которые нравятся. 2931, 3200, не переплачивайте сегодня, разгрузите вашу спину, помогите вашим ручкам, не таскайте тяжелые сумки. 1999 рублей, и уникальная тележка ваша, она приедет к вам скоро, а если вы скооперируетесь все вместе, то можно будет набрать на бесплатную доставку суммы 5990, и здорово, что можете воплатить еще и банковской картой, это будет тоже очень удобно, потому что скидка будет еще 5%. Вот так теперь вы легко будете преодолевать любые препятствия. Давайте посмотрим, как на тележке вам легко преодолеть лестницу с перегруженной вот такой вот тележкой. Смотрите, то есть колесики шагают, обнимают каждую лестницу. Именно уникальные инновационные колеса так понравились всем, потому что теперь вам не надо напрягать спину. Да не дай бог были переломы, да не дай бог вы были травмированы, вам вообще тяжелое таскать нельзя. Посмотрите, как она легко справляется.
справляется с этими препятствиями. Просто идеальное решение. 34 литра вмещает. Обычно мы как идем? Ну ладно, хлебушку куплю, ну молочка, потому что больше ничего не донесу. Посмотрите, апельсины. Фрукты сейчас, которые нам нужны для витаминов. Яблочки, все умещается. Посмотрите, и красные смогла взять, и зеленые. Муж любит красные, я люблю зеленые, например. Крупа, картошечка, конечно, будем винегретик делать. Гречневая крупа килограмм, рис килограмм. Еще крупа на всю семью. А что, конечно, не по чуть-чуть же брать, все сразу на всю семью. Вот так вот, геркулес на завтрак. Ну, стратегический запас, необходимый, как говорится, всем для гигиены. Конечно, пакетик молочка и, внимание, вишенка на торт, еще и 5-литровая. Вот такая баклажка с водой. Понимаете, все это уместилось у нас здесь. Я представляю, если бы я все это несла в обыкновенном пакете. Во-первых, лопнула бы последняя моя бедная спина, позвонки, потому что у меня протрузии, ну, как бы я не скрываю, мне 46 лет, я, конечно, хорошо выгляжу, но у меня спина, я не таскаю тяжести никогда. Поэтому вот в таком пакете, ну, извините, это я максимум за хлебушком, за молочком схожу. А если я вот так вот тут вот все сейчас перегружу себе, я поднять его не смогу, поэтому позвоните, успейте, закажите тележку, которая разгрузит вас, позволит вам абсолютно все принести, все, что нужно. Слушайте, воду не могу, честно, я воду уже сюда не положу. Теперь смотрите, а сколько это все весит, поднять, конечно, мне будет, наверное, тяжело. Честно скажу, я даже боюсь, что у меня щелкнет плечо, там больше 8 килограммов, уже больше 10, я не понесу. Нет, я буду беречь свою спину и вам рекомендую, берегите вашу спину. Тележка поможет вам разгрузить вашу спину. Уникальные колеса, шаговые, инновационные, износостойкая съемная сумка, 34 литра вместительность, 30 грузоподъемность, 100 килограммов нагрузка на стульчик, откидное сиденье, которое поможет вам отдохнуть в дороге. Ручка не скользит, она теплая, пластиковая, не замерзнут руки. Стальной каркас, значит, тележка еще и долговечна. За 1999 рублей вы получаете спасение для любой хозяйки. Красный, синий, мята и два базовых цвета, коричневый и серый, который подойдет и мужчинам, и женщинам. Помогите себе разгрузиться. Это же ведь необходимая вещь для каждой семьи. 1999 рублей, успевайте, цена действует только сегодня.